Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Алла, и вы на моем канале «Просто так». Сегодня мы сделаем вот такую красивую коробочку, которая может быть уникальной упаковкой для маленького подарка, например, для вот такой замечательной куколки. Как ее делать, смотрите на моих предыдущих видео. А также эта коробочка может стать шкатулкой для различных ценных вещиц. Начнем. Понадобится картон. Я использую коробки из-под конфет. Они изготовлены из качественных материалов и для рукоделия просто находка. Опять же, утилизация ненужных вещей очень актуальная нынче тема. Ну а мы превратим эти ненужные коробки в красивую, уникальную вещь. Также нам нужно будет парочка листов офисной бумаги, небольшие кусочки картона, малярный скотч, ленточка, клей ПВА и клей-карандаш. Вместо ПВА можно брать клей пистолет или какой-то другой хороший клей. Также ножницы, линеечка. Вот все, что нам нужно для того, чтобы создать вот такую уникальную шкатулку-коробку. Делаем нижнюю часть нашей коробочки. Вырезаем четырехугольник со сторонами 13 сантиметров. И 9,5 сантиметра. Две детали со сторонами 13 сантиметров, 3,5 сантиметров, и здесь 13 сантиметров, 3,5 сантиметров. И две детали со сторонами 9,5 сантиметров на 3,5 сантиметров. После этого склеиваем все малярным скотчем. В начале видео я не сказала, что нам понадобится ткань для оклеивания нашей коробочки. Берем лоскуток и вырезаем его больше, чем наша верхняя часть коробочки. Затем прикладываем нашу заготовку и заворачиваем наизнанку. И с помощью клея пистолета приклеиваем по периметру нашу ткань.
Вот так вот у нас получилось. И сейчас я проутюжу вот эти вот места, где помятость получилась, и прошью по периметру все наше изделие машинной строчкой. Теперь нам нужно сделать боковую часть нашей коробочки. Вырезаем из картона две части 9,5 сантиметра на 3,5 сантиметра, 9,5 на 3,5 сантиметра. Центральную часть 13 сантиметров на 3,5 сантиметров. Вырезаем из ткани полосу, которая будет по краю шире на 1 сантиметр, 1-1,5 сантиметров. И склеиваем так же, как мы склеивали верхнюю часть нашей коробки. Берем клей-карандаш, намазываем одну сторону, склеиваем. Точно так же намазываем вторую сторону, склеиваем. Эти части, края, не склеиваем. Потом переворачиваем и на машинке прострачиваем по периметру. Давайте это сделаем. Я прострочила верхнюю часть, крышку и боковушки. Теперь эту часть коробочки нам нужно оклеить белой бумагой. Берем офисную белую бумагу, разрезаем на ленты по 3 сантиметра и затем оклеиваем верхнюю часть, бока, уголочки. И также нужно проклеить нижнюю часть нашей коробочки. Вот так у нас получилось после того, как мы оклеили верхнюю часть, нижнюю часть, уголочки, а также внутреннюю часть нашей коробочки 3-сантиметровой лентой из белой бумаги. У нас готова крышка. У нас готова боковушка и готова нижняя часть нашей коробочки. Теперь нам нужно вырезать полосочку ткани для того, чтобы заклеить вот верхний шов нашего изгиба на крышке. Вырезать также четырехугольничек 9,5 на 13 на дно нашей нижней части коробки. И также из картона вырезаем четырехугольник 14 на 10,5, чтобы приклеить его к верхней части крышки. Еще нам понадобится ленточка для завязывания нашей коробочки.
Даже представить невозможно было, что коробки из-под конфет превратятся вот в такую чудесную коробочку-шкатулку. Если вам понравилось видео, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Я буду очень рада. И подписывайтесь на мой канал. Будет очень интересно. Пока-пока!